Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией, мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по буксу Full 2 Money, где я абсолютно без вложений собираю лайткоин монетку, ну и, естественно, вывожу. Проверила, друзья, я этот букс на вывод. Все замечательно. Букс платит. Значит, я выводила минимум здесь 1 миллион. Если вот сюда нажмем вот Logs. И вывод, история вывода. И вот мои денежки. Я не думала, что они так быстро придут. Вот, конечно же, но пришли с учетом комиссии 922 тысячи, вот с копейками, лайткоинов. Обратите внимание, Payr кошелек в настройках я прописывала вот такой обычный не лайткоин адрес, а просто с буквы P, что начинается. Далее, давайте перейдем на Payr кошелек и посмотрим. Вот они, 13 сентября, плюс мои литоши. Кликаем. Вот, 13 сентября. Перевод выполнен. 922 литоши. О, 922 900 лайткоином. И комментарий. Full 2 money. Все замечательно, друзья. Букс платит. Теперь что я хочу вам показать по выводу. Когда вы наберете минимальную сумму, вот в данный момент я как бы из кабинета вам уже и не покажу. Я вчера специально сделала два скриншота. Вот я нажимаю вывод. Так, вывод. Сейчас загрузится. И видите, у меня сейчас вывод, он как бы и недоступен. Минималка миллион здесь просто написано. И все. Когда будет минимум, вы... Так, вот сюда. У вас будет вот такая форма. Здесь на данный момент две платежки. Payr и вот такой вот. Вот это я вот не знаю, что это. Я, естественно, поставила на Payr. И в настройках я прописала Payr с буквы P. Идут цифры далее. У каждого есть такой кошелек, как бы, да, номер адреса. Вы прописываете. Я кликнула на Payr. И меня перебросило вот на такую страничку. Вот мой кошелек с буквы P. У каждого свой, если будете выводить на Payr. Что они здесь, как бы... 4,5% они берут комиссию, плюс 0,305, это значит 50 тысяч выходит, так? Берут комиссию. Итого вот моя сумма составила 922 857 как бы лайткоинов. Вот. И что? Так, это скрины. А мне пришло на вывод 922 900 лайткоинов. Видите, они прибавили. Так как я сейчас перейду в аккаунт, мой аккаунт. И у меня в пединге минус стоит. Так, давай грузить быстрее. Вот. Так, где мой вывод? Ага, вот мой вывод, который... А вот у меня в пединге, видите, вывод. Это значит, они потом с меня высчитают, когда я наберу вот такую сумму. Вот. Минус. Тут вот нули и 43, как бы. Вот они добавили, как бы округлили мне ровную сумму. Ну и, естественно, я здесь просматриваю только на VIF ADS. Здесь рекламки более чем достаточно. Захожу раз в сутки, просматриваю всю рекламку.
Ну и все. Все замечательно. Букс платит. Кому интересно, работаем, собираем. Неинтересно, не работаем, не собираем. Каждому свое. Я буду продолжать, естественно, работать. Всем удачи. До новых встреч.